Слава Украине, привет всем от Полонского. Бавовна. Ребята, да, еще одна бавовна. Сегодня их будет несколько. И одна полезнее другой. Ну, как-то так, да. Итак, я вчера рассказывал вам о том, что во временно оккупированном украинском Крыму и в Ростовской области на России такие, знаете, уже намечаются блэкауты. То есть вырубают свет, и света уходит, и уходит надолго, собственно говоря, просто потому что потребление выросло настолько, что они его не могут потянуть. Горят сети, горят подстанции и так далее. Не хватает мощностей. И я вчера еще сказал, говорю, что смотрите, ребята, ведь вот это все обвалить у них довольно сейчас просто. Понимая в энергетике, понимая, что зачем упадет, нужно просто лучнуть в определенные места. И, собственно говоря, эффект будет потрясающим. Ну, так оно сегодня и получилось. Смотрите, был прилет в... Название красивое, сейчас скажу вам район. Родионово-Несвитайский район, если я правильно выразился. Ну, название ничего не скажешь. Да, Родионово-Несвитайский район в, скажите мне, Ростовской области. Это район, который граничит с Украиной, но с оккупированной частью Украины. То есть, ну, долететь туда для дрона было не то чтобы проблемой, но, я не знаю, может, километров 200-300 лететь. Вот, не суть важно. Там была подстанция, как раз в самом таком месте, которое, собственно говоря, пострадало от этой жары, и в которой дефицит электроэнергии наблюдался наиболее мощным образом. Как дрон прилетел, вы можете посмотреть внизу, в описании к данному ролику есть ссылочка, там эти все видео есть. Значит, подстанция, трансформаторы, ну, все как обычно. И туда, собственно говоря, прилетают наши дроны и делают из этой подстанции котлеты. Конечно же, местный гауляйтер тут же заявил, что все сбито, дроны упали. Тут я абсолютно согласен. Дроны действительно были сбиты и действительно упали. Это вот удивительно, да, когда российский гауляйтер не врет. Это да. Но есть нюанс. Дроны были сбиты самой электроподстанцией и упали именно на нее. После чего начался пожар. Это абсолютно хорошо видно на всех видео. Оно там не одно. Разные люди снимали с разных ракурсов. Им очень понравились. Кстати, результаты прилета, они были такими, в общем-то, ну, такими, знаете, огненными, ну, красивыми. Реально. Местным очень понравилось. Вот. Единственный, как говорится, нюанс из этого всего, как говорится, попадание дронов по электроподстанции, все у них было хорошо, Путина они любят, за Путина они голосуют, но света ушла.